В Лондоне вновь началась забастовка сотрудников метрополитена. Как сообщает The Wall Street Journal, работников метро не устраивает зарплата и условия труда. По данным Национального союза железнодорожников, в результате забастовки было закрыто большинство линий метрополитена, жизненно важных для города. Около 10 тысяч рабочих заявили, что их заработная плата не поспевает за растущим уровнем инфляции. Отметим, что ранее в Великобритании работа железных дорог оказалась нарушена из-за того, что более 40 тысяч ЖД-работников вышли на забастовки с требованием повышения заработной платы. Акцию протеста организовал британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT. Такие акции проводятся не в первый раз за лето и приводят к серьезным перебоям в движении поездов.